Комсомолка порталу. Портал слушает. В тоннеле два человека посторонних. Второй понял. Пошел. Двигаются к вам вроде в сторону портала. Таня, проверьте. У нас двери закрыты и охранник у ворот стоит. Как я по ним соскучился, блядь. Поступила информация, что сегодня еще раз придут вечером. Толпа целая. Из Москвы приехали. Выбежали из тоннеля, побежали по территории.